Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами упражнение 2-3-2-3. Для этого открываем учебник, скачиваем инструкцию, перейдя по ссылке, нажав кнопочку «Скачать» и сохраним нужную папку, а также ПК-файлик. Вот он. И сразу же его открываем. Пока он открывается, мы можем посмотреть инструкцию. Сегодня у нас трэблшутинг, то есть нам нужно будет найти две проблемы и придумать, как их можно решить. А наш ПК-файлик уже вот открылся. Нам нужно ввести только имя, также email и также дополнительная информация. Чаще всего это просто ваша группа. Окей. Да. Наше задание перезагрузится и сразу приступаем к его выполнению. Вот наша инструкция. Смотрим. У нас есть таблица маршрутизации. И две проблемы. Их нам нужно найти. Для того, чтобы найти эти проблемы, мы можем использовать разные виды команды show. Приступаем. Для начала я хочу проверить соединение компьютера PC1 с устройством 172.31.1.190. Для этого вводим команду ping 31.1.190. Ждем, пока ping произойдет. И посмотрим, что у нас из этого получится. У нас request timeout, то есть первый пинг неудачный, так бывает. Нужно посмотреть, будет ли удачные остальные пинги. Второй тоже неудачный. Третий тоже неудачный. И очевидно, что четвертый будет также неудачным, и наше соединение не работает. Да. Так что сразу приступаем к проверке, что не так. Для этого, например, открываем R1. Командная строка, и вводим команду show IP route. И чтобы посмотреть все подключенные устройства, мы дописываем еще слово connected. Вот так вот. В слове connected 2N, главное это не забывать. Вот, у нас есть две подсоединенных сети. Ой, куда она спряталась? Да, их должно быть две. Это правильно. И также хочу проверить статический IP route. Для этого команда static. Enter. У нас есть три также соединения, потому что у нас есть три сети, которые не подключены напрямую к R1. Это вот раз, два и три. Теперь нам нужно проверить IP-адреса этих сетей. Первая сеть 172.31.0.0. 172.31.0.0, вот она. Правильно. 172.31.1.128. 128 сеть это здесь. И 196 в конце здесь. Здесь все настроено правильно. Чтобы убедиться в этом, вы можете использовать другие команды show. А я предлагаю двигаться сразу дальше, потому что ошибок здесь точно нету. Вводим команду show IP interface brief. Вот, и с помощью нее вы тоже можете проверить, подключены ли все нужные нам интерфейсы и настроены ли. Дальше, что нам нужно дальше? Открываем R2 и проверяем здесь статические маршруты. Командная строка, show, IP, route, static. Смотрим, у нас есть два статических маршрута. Нужно проверить их IP-адреса. Я также открою еще на R1 вот show interface brief, чтобы мы могли сверяться. Вот так вот. И вот так вот. Смотрим. Первый IP-адрес 172.31.1.0. Его здесь нету в этой сети. Вот он здесь. Нам нужно проверить, правильно ли подсоединяется наш R2 к этой сети. Нужно проверить IP-адрес
интерфейса, к которому он подключается. Смотрим, что у нас здесь вот эта сеть подключается к R1 с помощью serial 000. Вот она. IP-адрес этой сети 172.31.1.194. А у нас здесь указано 198. Значит, это первая ошибка, которую нам нужно будет исправить. Но также нужно проверить еще второй IP-адрес. Это уже другая сеть. Смотрим, у нас здесь 172.31.1.196, а у нас указано 194. Это тоже ошибка, и ее тоже нам нужно исправить. Для этого вам нужно будет ее записать вот сюда. То есть у нас неправильно встроено два NextHop адреса на R2. Осталась еще одна ошибка. Давайте проверим, к примеру, R3. Открываем R3. Командная строка. Show IP route. Давайте тоже static. Потому что на том маршруторе у нас он был неправильный. Смотрим. У нас в R3 есть три отдаленных сети. Вот первая, вот вторая и вот третья. А в статических маршрутах у нас только два маршрута. Значит, нам не хватает одного маршрута. Теперь посмотрим, какого. У нас есть 172.31.0.0.124.31. Вот. Эта сеть у нас настроена. И 172.31.1.192. Это вот эта сеть, она тоже настроена. То есть у нас нет статического маршрута, который подключает R3 к сети вот этой. 172.31.1.0.125. И это вам также нужно будет записать вам к PDF-файлику вот сюда. Решение. Здесь нам нужно будет настроить правильные NextHop адреса на маршрутизаторе R2, а здесь настроить дополнительный статический маршрут на R3. Который будет соединять R3 с сетью 172.31.1.0.25. Что ж, приступаем к сразу решению этих проблем. Открываем R2. Переходим в режим конфигурации, чтобы мы могли что-то настраивать. Для этого вводим команду enable и conf-t или config-terminal полностью. И здесь нам нужно отключить два неправильных настроенных маршрута с помощью команды no ip route. Далее вводим наш сам неправильный маршрут. Это 172.31.1.0. Смазка под сети 255.255.255.128. Enter. Мы отключили наш статический маршрут. Ой, вот он. Мы не дописали последний IP-адрес, который нам нужно отключить 172.31.1.198. Вот так. Теперь он отключился, и мы можем сразу настроить правильный. Это IP-route. Route. 172.31.1.0, маска под сети 255.255.255.128 и IP-адрес 172.31.1.198. Правильно? Нет, неправильно, потому что у нас в конце 194 должно быть. Готово. Мы настроили исправили первую ошибку, и у нас есть 30 баллов из 90. Осталось еще 2. Отключаем второй неправильный статический маршрут с помощью команды no ip route 172.31.1.120. 8 с маской по сети 255.255.255.192 и с IP-адресом порта 172.31.1.194. Мы ее отключили. Я сделала ошибку в слове.
Это не проблема. Роут. Вот, мы его отключили. Теперь настраиваем правильный IP роут. 172, 31, 1, 128, 255, 255, 255, 192 и адрес 172, 31, 1, 198. Enter. Мы настроили второй статический маршрут для R2. Теперь на R2 у нас настроено все правильно. Осталась последняя ошибка. Эта ошибка у нас была с R3. У нас не было еще одного статического маршрута. Это открываем R3 и просто дописываем его. IP route. Далее указываем наш IP-адрес сети 172.31.1.0. У нас маска по сети это стаж 25, то есть 255, 255, 255, 128, и указываем интерфейс, которым будет подключаться R3 к этой сети. Чтобы посмотреть интерфейс, вы можете ввести команду show running config, а я и так вижу, что это S001, вот здесь. S0/0/1. Enter. У нас что-то не так. Потому что я не в том режиме. Нам нужно перейти в режим конфигурации. Enable. Conf. T. Я скопирую эту команду, потому что, ну, чтобы я не переписывать. Enter еще раз. Да. Мы все настроили. У нас 60 баллов, 90 баллов из 90. И предлагаю проверить наш пинг. Теперь он должен работать. Вот наш пинг. Enter. Ждем, пока оно пропингуется. Ждем буквально несколько секунд. Первый неудачный, но все остальные удачные. Значит, соединение у нас восстановилось. Все ошибки исправлены. Думаю, у вас тоже все получилось. На этом пока.